Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления Continental Seat 807 EVO. Это Citroen Picasso, двигатель 1.6 CGI. Наша задача — убрать систему топливных присадок, убрать клапан EGR и сажевый фильтр и сделать тюнинг. Делать это мы будем все с помощью комбилодера, адаптера Scanmatic 2. Читать будем его на столе, а записывать будем в машине, потому что записать на столе он не даст. Значит, давайте включим зажигание. Смотрим. Нагрузка, видите, какая? До ампера, почти 1,3 ампера. Это подача напряжения на форсунке. И 0,6 ампер. То есть нагрузка на этот блок 0,6 ампер. Не обращайте внимания на это. Это все нормально. Подключение производили все по вот этой схеме. Это большой разъем. Третий. Вот он у нас. То есть здесь питание. Два. Одно постоянно, одно переменная масса. И can high, can low. Коншина. При выключении питания нагрузка еще остается, как на всех континенталях. И потом сама по себе сбрасывается. Итак, зажигание давайте включим. Откроем комбилодер. Откроем Seat 807 PSA. Вот он. И сделаем идентификацию. Вот, пожалуйста, идентификация выполнена. Серийный номер. Номера калибровок. И так далее, и так далее. Давайте нажмем чтение. Операция успешно завершена. Давайте мы сохраним наш файл в папку EVO Seat 807. Вот мы уже создали. Для того, чтобы сохранить в бинарном формате, нам нужно нажать Shift и сохранить. Смотрим, что у нас получилось. Вот в бинарнике 4 мегабайта. Это инденты калибровок и версия программы. Итак, блок мы поставили. Вот он стоит здесь рядом с аккумулятором. И сейчас будем записывать файл. Вот такой у нас Citroen. Садимся. Так, включаем зажигание. Вот пишет, сдайте в ремонт. Да. Потому что у нас и сажевый фильтр, и присадка, тут все горит. Открываем комбилодер. Так, открываем наш файл. В папочке, которую мы приготовили, вот он. Файл загружен. И пробуем сначала идентификацию. Есть, а потом и запись. Так, нажимаем запись. Подсчет контрольной суммы ведется только когда компьютер подключен онлайн, то есть подсчет контрольной суммы через онлайн. Сейчас идет стирание флеш. Здесь кругом написал ошибки, ну потому что блок управления двигателем отключен от всей системы. Комбилодер его отключает для записи, чтобы остальные не мешали, не вмешивались в коншину. Пугаться этого не надо. Все это успокоится, когда все запишется. Запись прошла успешно. Операция успешно завершена. Вот он написал. Нажимаем ОК.
Файл мы успешно записали. Давайте теперь включим зажигание. Вот. И заведем мотор. Чек у нас должен пропасть. Все, чек пропал. Сажевый фильтр удален. Система топливных присадок удалена тоже. Работа выполнена. Выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего. Много хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого здоровья.